Hello world, this is Dumb Boss and Professor Moron, or Atomly Plan Boy. We're continuing on our coding with the Dumb Boss. Ну что, миру мир, товарищи, с вами тупые боты. Мы вернулись, и, конечно же, профессор Дебил. То есть я. Вот, продолжаем программировать ботов. Continuing on. We've stopped on the explosive lesson. Мы остановились на уроке с взрывчаткой. Let's enter. Войдем сюда and see what's going on. И посмотрим, что у нас происходит. Okay. Very cool. Three bad guys. Очень крутые три плохих парня. Yeah, they're looking awesome. Они выглядят прекрасно. What we gonna do? Что нам нужно сделать? Oh no, it looks like you're outnumbered and you only have one bullet left. О, нет, похоже, тебя превосходят числом, у тебя осталась только одна пуля. Fortunately, the enemy has a huge weakness. One of them is wearing a bomb. A well-placed shot will take them all out. К сожалению, у наших врагов есть большая слабость. Один из них любит носить на себе тикающую бомбу. Один правильный выстрел и их всех взорвет. Is he an idiot? Он что, идиот? So a dumb bots versus idiots. У нас тупые боты против идиотов. I guess you are definitely in better condition, because you are outsmart them, like on a generation. И наш тупой бот, конечно же, в хорошем положении, потому что он превосходит вот этих идиотов прямо в плане интеллекта на целое поколение. And this is like Colt 1911. Это на Colt 1911. У меня есть прохождение игрушки сборки-разборки оружия World of Guns, где я рассуждал на тему оружия. Можете посмотреть, да? So yeah, on my channel you can watch the World of Guns episodes when I'm disassembling different types of guns and also Colt 911 and comparing them to others, so you can watch that. Да, я сравнивал с другим оружием, поэтому можете глянуть. Fortunately, the end... Okay, continue on, продолжаем дальше. Let's edit the code. Давайте немного попрограммируем. You may have noticed some conditions and actions have orange text. Ну, вы могли уже, наверное, заметить, что некоторые условия и действия имеют оранжевый текст. Оранжевый! Оранжевый, вот он вот такой, вот видите, это оранжевый цвет, если кто-то не знал. If someone did not know, this is the orange color. And for me, that's I'm now knowing how orange looks. Но я, конечно, наконец-то тоже знаю, как оранжевый выглядит. Учусь вместе с вами. I'm learning with you, so this is orange. And I'm remembering that also. Поэтому я тоже запоминаю это. When these commands are dragged into instructions, the instruction will become a for each instruction. Когда эти команды перетащены внутрь инструкции, то инструкция превращается в цикл «пока каждый». Интересный цикл. Interesting cycle for each. Okay, so that's a type of cycle. То у нас тип цикла. This means the instruction will run for every enemy. You can imagine there being three instructions, one for each enemy in the map. Это означает, что эта инструкция будет выполняться для каждого врага. Вы можете представить, у нас есть три инструкции, одна для каждого врага на карте. Okay, we see there's three instructions. Да, вот у нас есть эти три инструкции. We can imagine, we don't need to imagine, we can see the picture. Нам не нужно даже что-то представлять, мы просто видим картинку. И на самом деле вот эти перемещающиеся элементы с картинками, это просто потрясающе сделано. Пока это лучшая игра для начала программирования. Yeah, I'm still like convinced this is the most fun and the most awesome and useful educational game concerning basics of programming. Definitely recommend that. Okay, рекомендую ее. The for each instruction runs in order of distance to the enemy. The closest enemy is checked first. Инструкция пока каждый выполняется в последовательности расстояния от врага. Что-то я немного не понял. Самый ближний враг проверяется первым.
А, понятно. То есть вот эта инструкция применяется к первому ближайшему врагу, потом к второму, к третьему и так далее. Вот так вот самоближе. If we run the code, we'll shoot the closest enemy. But this isn't the enemy we want to shoot. Если мы запустим сейчас команду, исполнение команды, то есть исполнение кода, то мы пристрелим ближайшего врага. Но это не тот враг, которого мы хотим убить. Let's check it out. Давайте даже проверим. Окей, that's bad. Это плохо. So restart. Начали заново. Окей, continue on. Продолжаем дальше. To drag a check to see if the enemy is rigged with the bomb. Нам нужно перетащить теперь проверку, чтобы проверить врага с бомбой. Окей. If is enemy wearing a bomb vest. Если враг носит этот самый, как его, пояс шахида. Берем сюда. Окей, then attack enemy. Если у нас враг несет пояс шахида, то мы атакуем этого врага. Now we'll only shoot the enemy with the bomb. Run the code and watch the chaos. Теперь мы застрелим только врага с бомбой. Запустите код и смотрите на хаос, который получился. Okay, what I also need to say, like this is a four cycle. We will, it will work and cycle all the enemies until he will find the enemy with wearing bomb, and then the our dumbbot will attack. В общем, смысл этого цикла, пока каждый враг, то есть проходит цикл по каждому врагу, начиная от ближайшего, вначале вот это со снайперкой, потом проверяет он условия, есть ли пояс шахида на нашем боте, и если есть, то атакует этого врага, ну а если нету, то идет следующий бот, следующий враг, проверка. Окей, let's start, начнем. Woo! Cool, end of the level with explosion. Отличная победа с взрывом, это просто шикарно. One of our enemies has surrendered. Один из наших врагов сдался. He's a VIP, so we'll fail if he dies. Поэтому он VIP, и если он умрет, то мы провалимся. Мы проиграем. Let's edit our dumb boat's code. Давайте отредактируем команды дебилу. Ну не дебилу, а тупому боту. Okay, let's do that. When we have more than one condition, we can choose whether all the conditions or some of them must be true. Когда у нас есть больше, чем одно условие, вот это большими буквами условие написано, чтобы все прочитать смогли правильно, мы можем выбирать все условия или некоторые из них, чтобы были истины. Интересно. Это как типа этот самый switch. Переключатель в обычном программировании. So that's like a switch condition in usual programming. Is it Sunday or is it raining? Сегодня у нас воскресенье или идет дождь? Friday raining. Пятница дождь. True. Sunday sunny. Воскресенье солнечно. True. Sunday raining. True. Воскресенье и дождь. Истина. Friday sunny falls. Пятница и солнечно, ложно. Okay, so this is the if condition, and there could be a few conditions that can be checked. Ну да, это у нас условия если, и проверять несколько условий. Допустим, если у вас есть тарелка и есть вилка, то вы можете насыпать себе поесть вилкой в тарелку. Если у вас нету вилки, вы же не можете насыпать уже поесть себе вилкой, правильно? Все. Вот, то есть это несколько условий, которые нужно проверить, чтобы выполнить какое-то действие. Надеюсь, объяснил правильно. Okay, so this is like if conditions, like if you have the plate and the fork, you can put some food in your dish, yeah? And if you don't have fork, you cannot use it to put any food, so you need a few conditions in order to execute the action. That's what's meaning here. If we use or, the statement is true when at least one of the conditions is true. Если мы используем условие или, то должно быть по крайней мере одно из условий истина. Вот так вот.
Okay, got it. If we use and, the statement is only true when both conditions are true. А если мы используем условие и, то оба утверждения, оба условия должны быть истинными, чтобы выполнялось действие. Да? То есть вот у нас, допустим, снова тот же вопрос. У нас сегодня воскресенье и идет дождь. И в этом случае у нас условие и срабатывает оно только когда у нас и воскресенье, и идет дождь. Во всех остальных ложно. Okay, so you see the same question, but with and word, the condition is met only once, where sunning and raining. So both conditions are true, then it shows true. Да, поэтому показывает у нас вот такие слова. Истина. To change between and or, just click the and or box. Чтобы переключаться между условиями или и, мы вот тут вот просто кнопочку нажимаем. Okay, we're just putting this button. Okay, so for each enemy, для каждого врага. If enemy must die, если враг должен умереть. Enemies must die. All the enemies must die. Все враги должны умереть. And like aliens must die. Is that the music from the Duke Nukem 3D? Это, по-моему, даже в музыке было из Duke Nukem 3D. And enemy is inside. И враг у нас в радиусе, medium range, в среднем радиусе. Attack enemy. Атакуем врага. Okay, okay, that's good, that's awesome. Отлично, это круто, это потрясающе. So, if we change our code or use and, we will spare the surrendering enemy. Give it a go. Если мы изменим условия нашего команд на и, то тогда мы сохраним жизнь сдающемуся врагу, и давайте проверим это. Okay, so, let's check it out. He surrendered, он сдался. Okay, ready? Steady, go, пошли. Yeah, he give up, он сдался. Next level, следующий уровень. Welcome to the dumb bomb squad. Приветствуем в отряде саперов. Я не хотел сюда записываться. I don't want to go there. Let's just evacuate from here. I don't want to be in a bomb squad. Не хочу я быть сапером. That's mistake. Bomb squad members commit only one error in their life, then join that squad. На самом деле саперы ошибаются только однажды, вступая в отряды саперов, поэтому давайте уедем отсюда. Let's move on. Okay, welcome to the... Oh, so we cannot. Мы не можем уехать. Or can we? Или можем? Окей, okay, just exit mission. Просто покинем миссию. Окей, movement. Передвижение. Это... Else block. I don't get what I've done. Я не понял, что я сделал. Окей, okay, add instruction. Добавляем инструкции. Exit mission. Просто покидаем миссию. Let's check it out. Проверяем. Bye-bye-bye then. До свидания. I cannot... Oh, that's bad. Это плохо. Restart. I cannot evacuate the mission. Не могу покинуть миссию. Okay, let's edit our dumb bot's code and get started. Давайте отредактируем команды нашего тупого бота и начнем. We already made an error. Joined this bomb squad. Мы уже допустили ошибку, вступив в отряд саперов. Dumb bots aren't telekinetic. Тупые боты не обладают телекинезом. That's stupid from them. Это очень глупо, очень полезный навык. They need to be close to a bomb to defuse it. Они должны быть близки к бомбе, чтобы обезвредить ее. Let's check that the bomb is near. Давайте проверим, близко ли бомба. In the pop-up, select close and click down. С выпадающим меню выпал... Давайте выберем... Что-то выполним завершено. I don't get it. Я не совсем понял. Now that we know... Ah, so, okay, we need to add instruction. Надо было инструкции добавить. Now that we know the bot will be near, we can tell the dumb bot to defuse the bomb. Теперь, когда мы знаем, что тупому боту нужно быть близко с бомбой, мы можем ему приказать разминировать бомбу. Dumb bot that is disarming the bomb. That's a bad situation. Тупой бот, который должен обезвредить бомбу, это очень плохая ситуация. Я бы не хотел бы... найти ее. Окей, okay, so. Окей, okay, what we need to do?
In the pop-up select close and click done. Что-то у нас нужно сделать готовым. Я не понял не совсем что. Нам нужно приблизиться. На самом деле. Окей, defuse the bomb. Давайте обезвредим бомбу. Окей, let's delete. Вот это уберем. For each bomb. Для каждой бомбы. Go to. Идем. Go to bomb. Идем к бомбе. No, no, no. Go to bomb. Идем к бомбе. And then defuse the bomb. Потом обезврежим бомбу. This job will require another instruction. So let's add one by clicking add instruction. Потребуется дополнительная инструкция. Поэтому нажимаем дополнить инструкцию и ждем. Let's check if there are any bombs left to defuse, drag and drag the condition over the right. В общем-то, нам нужно проверить, есть ли вообще, остались ли еще бомбы на уровне. Let's check if there are any bombs left. Okay. Double click to the condition to invert it. Двойное нажатие на условие, чтобы перевернуть его. The condition should become no bombs left. Условие должно остаться. Никаких бомб не осталось. Long, medium, short, close. Okay. No, we don't need this. Нам это не нужно. We need this any bombs left. Нам надо условия, любые бомбы остались. Окей. Окей. If there двойным ключ двойным нажатием мы меняем состояние bombs left и no bombs left. В общем, то есть есть у нас бомбы, ну, на уровне еще или не осталось еще. If there are no bombs left, we want to exit the mission. So let's drag the action over. Если у нас нету бомб на уровне, то мы будем выходить в миссию. Окей. Now drag an else block into the instruction. Теперь добавим условие если в инструкцию. This will add an else block. Action placed here will run when the condition is false. Теперь мы добавили условие или, которое выполняется, если у нас, собственно, есть, ну, то есть, основное условие не выполняется. Блин, немного запутано, но на самом деле просто. То есть, если у нас, у нас условие, если, ну, нету ли бомб на уровне? Если у нас нету бомбы, значит, мы выходим из уровня. Если бомба есть, то вот, вот это условие первое не выполняется, то мы выполняем, иначе мы что делаем? Мы разминируем бомбы. Вот так вот. To finish the op, we want to go to a bomb if there are bombs left. Drag the action to the else block. Значит, в условии если мы отправляем вот это двигаться к бомбе. And that's it, give a try. We are touching some complicated mechanics, but hopefully you're following far. Ага, мы очень сложную механику сейчас разбираем. Поэтому нам нужно далеко. Okay, so this if. Нам нужно условие если. If distance to bomb. Перетягиваем расстояние к бомбе. Long, medium, short. Короткая дистанция к бомбе. We defuse the bomb. Мы разминируем бомбу. Okay, done. Готово. That's like all my brain activity is to the max. So, все моя мозговая работа сейчас прям на максимуме. Я еле справился с этим заданием, поэтому вот так вот. Running on. Запускаем. Okay, so he has time to defuse the bomb. У него даже есть время для того, чтобы обезвредить бомбу. Like in Counter-Strike. Как в Counter-Strike. And you see his medals. У него даже есть медальки. Окей, okay, I win. That's good. Отлично, я победил, это хорошо. To the next level. К следующему уровню. And what's up here? А у нас что здесь? Money! Деньги! Yeah, I want money. Я хочу денег. And bag with money. И еще есть мешочек с деньгами. So we need to pack money there. Нам нужно запаковать все деньги туда. And then walk away, а потом уехать. We should take the money to our car. Но на самом деле нужно брать деньги в нашу машину. Okay, sometimes a dumb bot needs to steal some loot. Иногда тупым ботам нужно воровать что-то. Because they're stupid criminals. Тупые преступники.
Loot can be picked up and dropped off at a home base. Let's begin by editing the code. В общем-то, разные вещи можно поднимать и бросать на базовой, на родной базе, да, то есть домашней базе. Let's begin by editing. Давайте начнем с редактированием команд для тупых ботов. Let's first check if there's any loot left to go to get. Давайте проверим для начала, а есть ли какой-нибудь лут или какие-нибудь вещи, которые можно украсть. If there is, let the grab the loot. Если у нас есть какой-то, собственно, вещи, которые можно стыбзить, то мы будем их тырить. Вот, учимся тырить с помощью программирования. Никогда не повторяйте это на самом деле в реальной жизни. So never like do that in real life. Never loot like stuff and rob anyone with those instructions. Even with coding, даже с программированием. Like first robbing with the use of drones and bots. That would be in the future. The programming hackers, criminals. На самом-то деле еще не было в истории случая воровства при помощи этого самого, как его, беспилотника и, собственно, бота запрограммировано. Поэтому это то будущее, которое нас будет ждать. We need to add another instruction. Нам нужно добавить еще одну инструкцию. Let's check if the dumb bot is holding the loot. Давайте проверим, а тупой бот держит ли что-то на ворованное. Okay, we need to add another instruction. Ага, новую инструкцию добавили. If... No. Oh, not get the loot. Не, нам же не это, нам вот это holding the loot. Держим. Что-то наворованное. Okay, if the dumbbot is holding the loot, let's return it to base. Если у нас тупой бот держит какой-то лут, что наворовал, то нужно вернуться на базу. Let's update the code. Давайте обновим код. Start the game to see what happens. Запустите игру, чтобы увидеть, что произойдет. Okay, let's start. Начнем. So he took the loot. Он взял у нас, залутался немножечко. Money! Oh, you're losing money. That's bad. Он теряет деньги. Это очень плохо. And he doesn't know what to do. Он не знает, что дальше делать. Okay. Looks like we're stuck. We are trying to pick the loot we're already carrying. Похоже, мы застряли, потому что мы пытаемся подобрать вещи, которые мы уже стыбзили. If your dumbbot is coded to do something impossible, they'll show their confusion. Если тупые боты запрограммированы делать какую-то херню, а у них будут возникать вопросы, знаки вопроса, которые означают, что это за херня, что мне делать дальше. Вот как-то так. Ну а мы увидим, что же делать дальше в следующем эпизоде. На этом все. Живем и процветаем, и даже ума набираем. С вами был профессор дебильных наук и товарищ атомный и игрушка тупые боты. Вот так вот. So, okay, see you later, alligators. We are continuing on in the next episode.